Работа на полях ведется с самого утра. Задач масса, остановки в деле быть не может. Помимо основного уборки зерновых, еще и тщательная ежедневная проверка техники, уход за комбайном, соблюдение правил безопасности. Работа усложняется в условиях жаркой погоды, но ни один из этих нюансов не встал в противовес желанием трудиться во благо своего края для Александра Сдерука, водителя пожарной, аварийно-спасательной части Жабинковского районного отдела ПЧС. На полях спасатель трудится с напарником. Удачный, хоть и маленький коллектив, и вот результат. Преодоление рубежа в 1000 тонн. Лидеров жатвы приехали поздравить представители власти, а также глава МЧС области. Что такое поработать на комбайне? Нужно же его подготовить изначально. Поэтому это уходит неделя, может даже и больше времени, месяц, даже и два порой, в зависимости какая, конечно же, техника. Поэтому, конечно, ребята проявляют очень высокое трудолюбие, подготовив технику, чтобы она работала надежно в период уборочной страды. И, конечно, показали результат. Мы ему говорим всем спасибо за такое хорошее дело, потому что это по-настоящему государственный подход, государственное дело. С государственным делом Александр Сдерук справляется уже второй год. По словам самого спасателя, на высокий результат повлияли опыт и слаженность в работе. Экипаж ежедневно выполнял план со всей ответственностью, подходя к задачам. Рано вставал, поздно ложился. Результат. Комбайн хорошо ходил. У меня отец работает в колхозе, я здесь вырос. Работал когда-то в колхозе водителем перед МЧС, опыт набирал. Ну а сейчас прихожу на уборку помочь убрать хлеб. Мы ими гордимся. И именно благодаря труду их и таких экипажей, как они, сегодня, еще раз скажу, движется уборка активно. Я думаю, что в недалеком будущем она подойдет к завершению. Среди первых рекордсменов жатвы спасатель Каменецкого районного отдела ПЧС Игорь Антонюк. В практике работника МЧС это 4-й уборочный сезон. Такой способ проведения трудового отпуска – личный, осознанный выбор мужчины. Помогать аграриям области он планирует и в дальнейшем. Тут особого риска нету. А вот когда мы на основной своей работе, там постоянно риск. Там тяжелее. В будущем году хотели бы тоже посетить? Наверное, да. Немного жена уже возмущается, что как бы пора отдохнуть. Я думаю, что да, и в следующем году тоже буду участвовать. Свой вклад в коровой урожай Брещины сегодня вносят 32 спасателя. 18 из них трудятся в течение своего отпуска. Другие помогают аграриям в свободное от службы время. Стремительно приближается к экватору уборочная кампания. А в планах работников МЧС преодоление своих рекордов. Приближение к отметке в 2000 тонн. Это уже традиция стала для Брестской области. И я говорю, что мы создаем максимальные условия для того, чтобы парни пришли и показали себя вот на хлебной ниве. Мы понимаем, что хлеб нужно вовремя убрать, и то, что находится на полях, должно находиться в закромах Родины, так скажем. София Бережная, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».